Каждое утро в нашем заведении начинается одинаково. Это уже обычай, традиция. Я бы сказал, ритуал. В жизни каждого человека есть место выбора. На пути каждого встречается огромное количество дверей, в которые можно войти. Но не все они открываются легко. Ко многим надо подобрать ключи. Однажды я сделала свой главный выбор, подобрала ключи от дверей детского сада. Но не все было так просто. Открыв эту дверь, я столкнулась с необходимостью подобрать ключик от самого главного, самого дорогого, ключи от детской души. И мне кажется, что я нашла этот ключик. В нашем детском саду активно внедряются здоровьесберегающие технологии, направленные на решение приоритетной задачи не только нашего дошкольного учреждения, но и современного дошкольного образования – задачи сохранения, поддержания, обогащения здоровья субъектов педагогического процесса в детском саду, детей, педагогов, специалистов ДОУ и родителей. Актуальность опыта, связанного с использованием сибирского борда, в том, что он приводит к формированию многих компетенций дошкольника, которые лежат в основе целевых ориентиров, определенных в ГосДОУ. Занятия с сибирским бордом проходят в игровой форме. Ребята с удовольствием включаются в игру, выполняя различные упражнения на борде. Это идеальная предметно-развивающая среда для дошкольников, потому что это оборудование справляется с двумя главными задачами федерального стандарта образования в ДОУ. Помогает обнаружить и развить индивидуальные способности каждого ребенка и способствует социализации.